Правдой всегда жертвуют в первую очередь. Но кто определяет, что есть правда? На борту самолета находится президент Варшавский и его дочь Алена. Русский президент летит в Гамбург, чтобы обсудить мирное соглашение с представителями НАТО. Правда зависит от точки зрения. Однако многие русские по-прежнему обвиняют Америку в резне в аэропорту имени Захаева. Обязанность солдата – защищать простых людей. И иногда ради этого приходится врать о том, что война – это борьба добра со злом, а вовсе не естественный отбор в особо крупных масштабах. Тем не менее, похоже, в мире наконец наступит спокойствие. Единственная правда заключается в том, что наш мир – огромная пороховая бочка. Вопрос в том, кто чиркнет спичкой.